5 команд со всей России приехали в Звенигород, чтобы побороться за титул победителя турнира по дзюдо среди юношей и девушек. Организатором соревнований выступил Звенигородский клуб Александра Невского. Турнир, посвященный памяти святого благоверного князя Александра Невского. Команды приехали практически со всей России, начиная от Сахалина и заканчивая Кавказом. Также вся европейская часть России. Каждый участник проводил от 4 до 8 схваток. Эффектные зацепы, захваты и опрокидывания. Эти приемы спортсмены оттачивают годами для того, чтобы побеждать на соревнованиях. Варвара Разина – гордость своего клуба и родного Звенигорода. Участвовала в первенстве Московской области, заняла там второе место. Участвовала на первенстве Центрального федерального округа, заняла там третье место и приняла участие на первенстве России. Юные спортсмены показали достойные результаты, лучшие получили заслуженные награды. Впереди у ребят упорные тренировки и новые победы. Мария Шматкова, Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».